В то время как Apple отменила AirPower, компания Momox показала свою версию беспроводной зарядки, которая может одновременно заряжать сразу два девайса. Мощность данной зарядки 10 Вт, при том, что на первую, что на вторую катушку, то есть телефоны могут достаточно быстро заряжаться и при этом не нагреваться. Работает она даже через самые толстые чехлы, и, что было для меня лично удивительно, она безумно тонкая. То есть, во-первых, она на столе смотрится достаточно эстетично, во-вторых, она не должна сильно мешаться. Подключается она по одному проводу USB-C, после чего без всяких проблем работает.